Германии меня знают, я известная личность, я играю в фильмах, и у меня телешоу. Ну, и так как чемпионат мира по футболу будет состояться в России, Германия придумала сделать документальный фильм, чтобы подготовить немецкоязычных зрителей на Россию, на страну, то чтобы не боялись ехать. It's not one of the most famous cities for Germans. В Германии ничего не знают о Самаре, именно поэтому мы снимаем фильм, для того, чтобы показать все грани России. Здесь круто. В каждой серии новый город, в котором будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Я как бы все время инстастори снимаю, потому что мне так нравится. Вот мы вчера были в музее космонавтики, там вот эта настоящая ракета «Союз» стоит. А, я была вчера в аэротрубе. Аэротруба. Как это называется? Аэротруба. Аэротруба. Я, как и положено немцу, эксперт в пивоварении. Скажу, что у вас здесь производят отличное пиво. Признаюсь, что потреблял здесь его на ежедневной основе. Я привезу с собой бутылку «Жигулей». Это мое первое интервью на русском языке. У меня родители постарались, чтобы я сохранила хоть как-то язык. Но вот тут немножко получилось. Фильмы будут транслироваться по Первому каналу немецкого телевидения в прайм-тайм. Приблизительно это апрель-май следующего года. Их будут показывать перед трансляцией матчей. С нетерпением ждем, что получится.